Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Я рада вас приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами будем делать вот такого красивого краба. Посмотрите к наш краб на море, какой он красивый, с глазами, улыбающийся. Итак, для того, чтобы нам сделать такую поделку, нам понадобится одноразовая тарелка, пластилин разных цветов и глаза. Итак, приступим к работе. Возьмем пластилин голубого цвета, вот так, разомнем его. И на нашей тарелочке, по всей тарелке, мы будем разминать наш пластилин. Аккуратно, не спеша, чтобы наша тарелка вся покрылась голубым цветом. Где-то, может быть, наш пластилин будет немного выступать. Это будут наши с вами боулы. Осторожно, не спеша, берем вот так пальцем, аккуратно работаем. Так, ребята, посмотрите, что у меня получается. Немножечко с вами вот так наши белые наши полосы пластилином заклеим. Не спеша. Где-то немножко, может быть, вот такой у нас выступ. Это у нас с вами будут красивые вот такие волны. Так. Посмотрите, что у нас с вами получается, какое у нас с вами получается голубое море. Вот так. Ребята, а теперь нам нужно взять пластилин красного цвета. Скатаем из него шарик. Вот так между ладонями аккуратно. Разомнем и сделаем вот такой круг. Посмотрите, какой он у меня получился круг. Вот. Это у нас будет с вами туловище нашего краба. Аккуратно прикладываем, прижимаем пальцами. Видите, какой у нас интересный получился с вами краб. Туловище краба и море. Берем теперь пластилин желтого цвета и делаем нашему крабу клешни. Берем, отщипываем кусочек. Тоже так же его сминаем немного руками, в нем мы прижимаем. У нашего краба вот так должно быть получиться. Посмотрите, какая клешни у меня получились. Одна клешня. И осторожно, не спеша, так в нем пластилин. Вот так. Не спеша, аккуратно. Посмотрите, какой у нас получился краб и какие его клешни. Теперь нашему крабу не хватает глаз. Возьмем наши глазки и приклеим. Вот так вот. Ребята, наш краб очень грустный. Давайте мы ему сделаем нашу улыбку, чтобы ему было очень смешно и интересно с вами. Ребята, посмотрите, какой у меня получился краб. Я надеюсь, что у вас получится еще лучше. А я буду вас ждать на следующем занятии. Пока-пока!